А тем временем в краевых больницах разворачивают дополнительные койки для тех, кто заболел коронавирусом. Уже переоборудован госпиталь ветеранов, 4-я клиническая больница на Кутузова. Через несколько дней больных с диагнозом COVID-19 начнет принимать и кожно-венерологический диспансер. Также переоборудуют отдельный корпус онкологической больницы на Московской, где сейчас не оказывают плановую помощь. Временно перепрофилируют и краевой глазной центр. Его закроют, предположительно, на месяц. Там работы по переоборудованию уже начались. Здесь появится около 200 коек, а плановую офтальмологическую помощь будут оказывать в клинической больнице и в двух частных центрах.